Осмотрели печи и проводку. Сотрудники МЧС и полиции проверили квартиры нарушителей пожарной безопасности. В основном это так называемые неблагополучные семьи. Они уже получали предписание на устранение недостатков. Здесь и оголенная проводка, и разбитые розетки. Реагируют ли жильцы, узнала наша съемочная группа. Подобные рейды сотрудники полиции и МЧС проводят несколько раз в месяц. С приходом жары и пожароопасного сезона количество проверок только увеличится. На контроле держат семьи, стоящие на учете в полиции. Александр Вшивцев уже получал предписание и все недостатки устранил. Мы исправили розетку, заменили все. Как лучше, самим поменять или все-таки ждать штрафа? Реагируете? Самим, конечно. Дома и квартиры сотрудники МЧС и полиции выбирают не случайно. В них проживают семьи, стоящие на учете у сотрудников ПДН. По словам старшего инспектора надзорной деятельности и профилактической работы Ивана Павлова, такие жильцы экономят на безопасности. В основном данные граждане, по которым состоят на учете, к сожалению, проживают именно в таких домах. Дома почти все признаны аварийными, непригодными для проживания. То есть возможность возникновения пожара возрастает в разы. Дом на Советской, 11А, кирпичный. Но и здесь возможность пожара нужно исключить. В семье Андреевых проверяющие уже были. Сказали заменить розетки и выключатели. То, что они были в плачевном состоянии, признает и сам хозяин. Ну вот лампочка не горела и резетка сломалась. Ну ей 100 лет уже, как-то сломалась. Там загорелось что-то внутри. Теперь в этой семье с проводкой все в порядке, отмечают проверяющие. По их словам, многие семьи не ждут повторных проверок, а сами приглашают полицейских, чтобы не вызывать вопросов. Семьям дается время на устранение неполадок. Значит, некоторые семьи уже, как правило, которые состоят у нас на учете, с которыми очень часто мы работаем, они, как правило, звонят и отзваниваются и говорят, что неполадки все устранены. Сотрудники отмечают, что жильцы охотно устраняют недостатки, но только после вмешательства проверяющих. Поэтому главное – контроль. Тогда и хозяева квартир будут заботиться о пожарной безопасности. Надежда Шабалина, Антон Савиных, Антон Мамаев. Бюро новостей «Давеча».